Почему одни люди правши, а другие лепши? Привет, с вами Евгений, и это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». В природе случайностей не бывает. Каждая особенность строения и жизнедеятельности любого организма является результатом длительного эволюционного процесса, на который влияют внутренние, генетические и внешние средовые факторы. Но прежде чем говорить о человеке, хотелось бы заметить, что правши и левши есть и в животном мире. Например, среди мышей примерно одинаковое количество правшей, левшей и амбидекстеров. Тех, кому не присуще выделение ведущей конечности. В популяции кошачьих могут преобладать правши и левши, но амбидекстров меньше. Среди диких шимпанзе левшей в два раза больше правшей, а амбидекстеры встречаются редко. В то же время в неволе большинство приматов правши. Может быть, основной причиной их праворукости является процесс обучения и подражания человеку? Генетика играет немалую роль. Но не все зависит от нее. Так мыши наследуют устойчивость навыка выбора ведущей конечности, но при этом сам выбор случайен. Какой лапой мышь впервые успешно выполнила задачу, то она и будет использовать в дальнейшем. У приматов все не так просто. В процессе эволюции они овладели более сложными навыками, чем те же мыши. Следовательно, и разделение функций между полушариями головного мозга потребовало более четкого генетического закрепления. Даже при случайном выборе ведущей конечности, как у мышей, дальнейшее ее закрепление или изменение во многом зависит от внешних факторов. Особенно обучение потомства орудийной деятельности, в частности, от предпочтения автора орудия или просто опыта старших. Уже простейшие применения орудия, допустим, алдувайская галька, в основном предназначалась для использования правой рукой. Таким образом, правши и амбидекстеры получили преимущество над левшами, которым приходилось переучиваться. То, какая рука будет ведущей, определяется уже во время внутриутробного развития, а точнее в первом триместре беременности. Если мать испытывает стресс, может получиться так, что у ребенка станут ведущим левое полушарие и левая рука. Помимо стресса, на это может повлиять экология. Причем рукость надо определять именно по отношению к доминантному полушарию. На самом деле, левшами являются люди, у которых доминантное полушарие и рука находятся на одной стороне тела, а не те, кто научился пользоваться левой рукой по каким-либо причинам. Кстати, за счет того, что левшам постоянно приходится изобретать свои способы освоения мира, они считаются более креативными. А вот статистический анализ частот сочетания полушарности и рукости показывает, что лево- и праворукость меняется бессистемно, то есть очевидной эволюционной роли нет. Развитие человечества привело к появлению в обществе условностей. Люди, отличающиеся от остальных, нередко становились объектами для насмешек, а порой даже подозревались в связи с нечистой силой. Например, Петр I издал указ, согласно которому левши не могли считаться свидетелями в суде. Рыжих, левшей и уголовных преступников не допускали к причастию, не пускали в церковь. Во многих священных книгах написано, что леворукость от дьявола. В Советском Союзе неодобрение леворукости проявлялось в активном переучивании. В силу сохранения генетического разнообразия левши продолжают рождаться и сейчас. Приблизительно в 15% случаев. Чаще всего они встречаются среди мужчин. Правда, эта закономерность характерна только для стран со все еще выраженным гендерным неравенством. Например, в Швеции, Норвегии и Финляндии, где влияние гендерных стереотипов наименее выражено, левши встречаются одинаково часто как среди мужчин,
так и среди женщин. Существуют данные, что среди людей, пренебрегающих массовыми стереотипами, например, атеистов и приверженцев нетрадиционной ориентации, левшей больше. Вероятно, причина в том, что они не считают нужным скрывать свою особенность. Такая частота леворукости – результат генетических предпосылок и влияния биосоциальной среды, в том числе процессов обучения орудий деятельности. В настоящее время ученые уверены, что леворукость не является патологией, но чтобы позволить себе быть левшой, надо по-прежнему иметь определенную смелость и силу духа. Хотя иногда владение левой рукой может пойти на пользу, особенно в спорте. Обычно спортсмены стараются не афишировать свои сильные стороны. Ни один не скажет: «Я готовлюсь использовать то, что я левша». Как правило, максимум одинаково хорошо владею обеими руками. Тем не менее известно, что левшами являлись футболисты Валерий Лобановский, Олег Блохин, Пеле, Марадона. Немало левшей среди теннисистов, но они скорее исключение. Спортсмены предпочитают отслеживать технику соперников, не полагаясь на статистику, а левши держать свой козырь в рукаве. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!